В предыдущих публикациях мы рассматривали этимологию названий субэтносов нашего народа, а также некоторых калмыцких родов. В этой публикации мы разберем этимологию той части калмыков, которая относительно недавно получила свое имя. Это бузавы. Донские калмыки или бузавы делятся на 13 сотен или станиц. Эти сотни изначально делились условно на 4 части: 5 дербетовских станиц, 4 тургутские, 2 зюнгарские, 2 станицы чугуевских калмыков. Дербетовские станицы имели следующие названия: Кювидаймик, Чонцаймик, Бемднахнаймик, Икбурлаймик, Бахбурлаймик. Название станицы Бурул переводится как «седой» по отношению к человеку, или «чалый» как «масть лошади». Чонс – это название крупного древнемонгольского дербетского рода. В Калмыкии много родов с названием «кюют». И, как правило, «кюютами» называют те рода, которыми не досталась княжеская власть по наследству. Например, рода «аугныр-кюют», «зюэт-кюют», «кюют-найон». Из всех дербетских станиц исключение составляет в этом списке «бемдэхнэмэк». Название данной станицы, по словам его выходцев, произошло от имени калмыцкого князя Бембета, который осел в сальских степях и вошел в казачье сословие. Аффикс «хн» говорит о множественном числе и означает определенную группу лиц. В данном случае этот аффикс объясняется принадлежность к одному человеку, так иначе подданные князя Бембета. По такому же принципу образовались тургутские станицы «Бокшургахнаймик» и «богудаймик», «эркнаймик» и «гелингахнаймик». Семантики слова «эркн» мы писали в предыдущих публикациях. А станица «багут» произошла от этнической группы багутов. Название этого рода переводится как «малые». В Монголии багутами называют национальные меньшинства. А как они сформировались в Калмыкии, особенно на Дону, предстоит нам еще узнать. Станица «гелингахн» произошла от ветви тургутского рода «керядов». Слово «гелингахн» происходит от «гелинг» или «гелонг» – монашеский скан. Монах этого сана обязан блюсти 253 обета. По такому же принципу образовалось название станицы «Бокшургахн». Однако многие ученые солидарны с тем, что название станицы произошло от имени родного брата-наместника калмыцкого ханства Дондокамбо – Бокшурги. Соответственно, его подданные стали называться «Бокшургахн». Третья группа бузавов сформировалась из выходцев джунгарского ханства, которые отказались подчиняться напрямую волжским айратам, калмыцким правителям. Так, зюнгары основали две станицы, собственно, Зюнгара и Цевдахнаем. С названием станицы Зюнгар уже понятно, а группа бузавов Цевдахн получила название от имени своего тайши Цевдена. Более того, вплоть до наших дней династия этого тайши сохранилась и по сей день. Калмыкии живут и здравствуют потомки джунгарского тайши. Название других двух станиц, как и их происхождение, остается еще выяснить. И речь идет о станицах Балдраймик и Белявинамик. На сегодняшний день известно, что они были основаны из групп крещенных калмыков, проживающих на Украине в городе Чугуеве. Эти калмыки поселились там еще в 17 веке. В 1800-х годах соединились со своими соплеменниками Данану. До наших дней дошли устные рассказы, что чугуевские калмыки, поселившись на Дону, вызывали большое удивление у других калмыков, так как многие из них имели ярко выраженные черты лица метисов, и более того, у многих чугуевцев жены были русскими и украинками. Поэтому название их станицы получало название «Балдр». К сожалению, этимология и название «Беляевской сотни» еще неизвестно, и предстоит узнать. Нашу историю интересно изучать с разных ракурсов, от военных событий вплоть до забытых блюд калмыцкой кухни. А история названий родов в этом деле занимает важное место, так как она касается почти каждого человека. Поэтому периодически мы будем публиковать для вас интересные материалы, связанные с вашими родами. По материалам статьи Центра развития калмыцкого языка. Этим коротким видео я хочу прорекламировать рекламу на своем канале. Уважаемые земляки, хоть я и говорю, что у нас есть команда, но по факту
автором, редактором, оператором, монтажером, руководителем и еще много кем другим являюсь я сам. Размещая рекламу на нашем канале, вы поможете нам собрать профессиональную редакцию, состоящую из журналистов, операторов, редакторов и многих других профессионалов, которых нам так не хватает. Канал ZAN Online с июня 2021 года изменил график выхода видео на нашем канале. Теперь видео выходит почти ежедневно, и одному подобный темп мне держать становится невозможно. Сразу оговорюсь, я против рекламы питейных заведений, игровых и букмекерских контор, всяких пирамид, как бы они ни назывались и сколько бы они ни обещали. Также мы не рекламируем ничего политического, потому что про политику я говорю только свое мнение и только бесплатно. Мой канал смотрят те, кто интересуется улучшением мира вокруг себя, саморазвитием, историей и традициями нашего народа. Аудитория не очень молодая. Больше всего людей старше 30 лет, ну а детей до 14 лет вообще нет. Цена за ролик до 30 секунд обойдется вам всего в 1000 рублей. Дорогой зритель, отправьте ролик знакомому предпринимателю, может, он закажет у нас рекламу. Подробности по телефону 8 961 547 76 64. С уважением, Максим и будущая команда канала ZAN Online.